чё за... Как я в Майне-то оказался? Ну и что мне теперь делать? А тут у нас какая-то княженция. Я только передаю то, что мне скажут. Да начнется игра. Какая еще игра? Чё за хрень вообще? Все, друзья, валим отсюда. Ох, ядрен батон. Любопытство всегда берет надо мной верх. Хочешь ты узнать, что впереди? Окей, тогда видосик запиши. Заснять его ты сможешь прямо тут. Пузатых приключений все зубастики ждут. Ух, ну давайте попробуем, ребятки, записать видосик. Всем удачи, пузатики, и до новых встреч. Пока-пока-пока. Фух, все, вроде записал. Пол какой-то тут странный. О, преграда исчезла. Ну что ж, пойдемте вниз, ребятки. Так, ну и что мне делать? Тут ведь ничего нету. Стоп. Вот оно оказывается где. О, пузо три арбуза. Ха-ха-ха. Понятно все. Узнаю эти шутки, ребятки. Наконец-то ты записал серию. Записываешь по 3 года, как пень старый. Ха. Зато серии получаются офигенные. А кто стар пенит, мы еще посмотрим, да. Я знаю, что недавно ты играл в самп и задумал создать свою семью. Пернатую или какую там, я уже не помню. А откуда ему это известно? Ага, спрашиваешь, откуда мне это известно? Да. Я знаю все о тебе. Твое каждое движение и действие мне известно раньше всех. Я и мой хозяин всегда на шаг впереди тебя. Стоп, а когда я с одной белочкой, там это вы все тоже, да? Впрочем, не важно. И да, про белочку я тоже знаю, ха-ха-ха. Вот козёл. Ну все, пора продолжить игру. Твое следующее послание добыть не так уж и просто. Но если ты хочешь разобраться во всем, тебе придется это сделать. Компас позади тебя, он укажет тебе дорогу. Все, в путь, если, конечно, не боишься. На улочке-то темно. Да чтоб я боялся темноты, лол. Так, о, а как он тут оказался? Ну ладно, погнали, пузатики, найдем следующее послание. Я как юный Шерлок, разгадаю все, что здесь происходит. Ого, как потемнело-то. Так, бежать нам вроде вот сюда. А теперь нам налево. Ага, вот, вот то, что мы искали. Чек. Ага. Пещера, лава. Все как обычно. Представьте, если бы я спускался в какое-нибудь страшное место, а там конфетки, поняшки, радуга, но нет. Пещера, лава и паркур, конечно же, как же без него. А это что там, буква А, что ли? Эх, ну паркур так паркур, это мы умеем. Ага, паутина. Ща пузатики, ща все будет. Еще чуть-чуть. О, все. А вот оно и второе послание, Бурундучата. Давайте посмотрим, что там у нас. Ты добрался? Хорошо. Тогда пора устроить шоу. Я думаю, ты помнишь сам Grand Royal Play, как взбудоражил всех людей. Всего за серию, из грязи сразу в князи. Ты должен пузанам своим все рассказать, что делал там последние дни 5. Семью огромную пора тебе создать. И это все? А что делать-то мне? Как рассказать? Я знаю. Я должен вернуться в компьютерную комнату. Чего? Где это я? Вон та пещера, ребятки. А куда выход делся? И чё это такое? Блин, валим отсюда. Мне нужно к компьютеру. Чё это была за фигня? Как это вообще произошло? Ладно, надо забыть. Друзья, а ведь действительно они всегда на шаг впереди. Уже и в самп зашли за меня. Но вот откуда они знают все мои пароли? От майна, от сампа. Но, впрочем, это не важно. Ща, пузатики, я вам поведаю, что делал в сампе. Вам точно понравится. Потому что пернатый бандит возвращается. Йоу.